Всем привет! С вами Макс, и сегодня я попробую научиться набивать или чеканить футбольный мяч. Что у меня получится в итоге? Сейчас мы это и узнаем. Поехали! Так, первым шагом, что нужно сделать, это подбивать мяч. То есть мы себе подкидываем, подбиваем и ловим его обратно. Так, я уже более-менее привык к мячу и думаю, первый этап выполнил. В принципе, уже получается нормально, надо переходить к следующему этапу. Поехали. Сейчас попробую подключить уже вторую ногу и сделать уже не один раз, а два раза. Поехали. Вторым этапом я справился. В принципе, я уже более-менее привык. Прошло примерно минут 40, даже может чуть меньше. Сейчас я попробую побить свой рекорд 20 раз, может чуть больше, который я набивал в детстве. Посмотрим, что у меня получится. Погнали! Короче, 70 раз я набил, и это мой новый рекорд. Я не ожидал, что я набью даже 20 раз. Ну, в общем, я со своей задачей сегодня справился, я набил больше 20 раз, я набил 70 раз. Ну, ладно, я на этом не остановлюсь. И сегодня я попробую побить 70 раз, попробую сделать 100 раз. Поехали. Да, детка. Но там было больше 100 раз. Фу, ну что ж. Короче, это видео можно было будет назвать «Не учусь набивать с нуля, а вспоминаю, как набивать с нуля». Фу, я реально давненько не набивал. Я не думал, что я вообще вспомню, как набивать. Реально. Я сам себя офигел, что у меня получилось набить больше 100 раз. Охереть. В общем, как-то так, друзья. Я набил больше 100 раз. Ну что ж, друзья, вот такой получился видеоролик.
Не знаю, как вы будете его оценивать. Напишите в комментариях, нравятся ли вам вообще футбольные видео. Если хотите, я выпущу видеоролик, где я учусь сложным футбольным финтам. У меня уже есть один видеоролик по футбольным финтам. Подсказку я ставлю вот здесь или вот здесь. Там я учился простым футбольным финтам. Но я хочу научиться более сложным за один день. В общем, дайте мне знать в комментариях, и я сразу иду тренировать сложные футбольные финты. А сегодня я побил свой детский рекорд. Набил примерно 120 раз. Ну что, друзья, вот такой получился видеоролик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И увидимся на следующих видео. Всем пока! Какой можешь сделать вывод? Чеканить за один день научиться вполне реально. Главное не сдаваться и добиваться своих целей. Так что все обучалки на ютубе, которые делают профессионалы, вполне реальные. Как-то так.